секретом этого уловистой каши прикормки с вами не поделятся ушлые рыбаки. Доводим воду до кипения и принадобится еще пшено. Высыпаем сухое пшено в пропорции 1 к 3 на 100 грамм пшена 300 грамм воды. Пенку убираем, она нам не нужна. Еще мне принадобится чесночочек немножечко, сейчас его мелко-мелко покромсаем, порежем и добавим к нашему пшену, которое в принципе на газу варится. Режем быстро, потому что пшено варится довольно недолго. Надо успеть все порезать и свалить, как говорится, тому самому пшену, которая варится на газу. В предыдущем ролике я говорил, варим минутки 3, этого вполне хватит. Итак, добавляем пшену и все это дело тщательнейшим образом перемешиваем. Но это, в принципе, еще не все. Вырубаем газ и закрываем плотно крышкой до полного остывания. Сейчас перекладываем это все в другую емкость. Перекладываем в ту емкость, в которой вы пойдете на рыбалку. Добавляем кукурузную крупу и еще добавляем панировочки. Не жалеючи, пересыпаем. Панировка и кукурузка нам нужна лишь для разрыхления самой прикормки, чтобы прикормка была немножечко рыхлая. Всем удачи, всем пока. Как-то так.